Ребятки, Саня, у нас в комментариях, вот я сделала последнее видео. Я и так, я и боком, я эту... Отойди, отойди, Саня. Это вот Columbia Pictures, да, моя, ребят, вот. Я ее и так, я и подальше, я и поближе. Где-то ловит, где-то не ловит. И я не знаю уже, как ставить. Куда ты пошел, Саня? Иди сюда, надо с людьми поделиться, такая новость. Прическа, прическа. Ребятки, вот пришел радостно, ребятки. В комментариях Светлана, не юзер где вот, а варежка, Светочка написала, она говорит, ребята, на телефоне есть функция, нажмите на самолетик. И тогда у вас телефон не будет слышать вот эти звуки. Я сейчас отключила, нажала на самолетик и посмотрела то, что я готовлю. Ребятки, нет этих звуков, вот этих инопланетянских. Светочка. Спасибо. Светочка, спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья. Вы, это, да, это грибы, да, грибы мешают. Вы не представляете, вот какое счастье, знаете? И вот кто блогеры-кулинары, у кого есть индукционная плита, нажимайте на самолете, тогда у вас вот этих инопланетянских этих выходок не будет. Подбирайте хорошую посуду, смотрите по диаметру, чтобы она была нормальная. То есть, если где маленькая, нарисован кружочек, и вы поставите большую сковородку, у вас середина будет гореть, а вот середина горит, а большая часть, она у вас будет вся сырая. Посуду, да, это геморрой. Если, вот опять-таки, если бы я знала, что так будет, я бы взяла хорошую электроплиту. Но хорошая, неважно, электроплита белая, если... то она со временем желтеет и темнеет, электро. А индукция белая, она не темнеет, она остается белой. Это мы, вот мы хотели как, по кухонный гарнитур. Белая варочная, я же показывала, почему я не хотела черную. У меня шиза бы началась, понимаете, там вот даже если чистой тряпкой пройдешь, там видны разводы. И вот, вот, вот у нас микроволновка, да, дверца вот эта с черным. Если я вижу пятнышко от пальца, а оно будет через 5 минут опять будет, у меня начинает вот это вот, знаете, тик, вот. Из-за этого мы взяли белую. То есть, а электрические, они тоже есть белые, но они не сверху выгорают, а с внутренней части, да, где спираль, они с внутренней части, где спираль, они оттуда выгорают. И вот, представляете, да, вот, мы не будем менять плиту, варочную эту, вот, и... Спасибо, вот дай Бог вам здоровья, Светочка. Спасибо огромное. Я вот сразу хочу со всеми. Я сейчас забежала. Саня! Саня, представляешь, да? И вот всем хочу сказать, вот такая штука. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Да, спасибо. Теперь я могу смело выходить на кулинарный канал. Так, ну, мне сейчас скажут, а пирог. Ребят, каждый второй комментарий пирог. Он же не относится к плите, он же в духовке. Ребят, у нас не понос, так золотуха. Сделаем. Сделаем. Ребятки, всем привет! Вот такую вкуснятину с грибами я сделала на кулинарный канал. Будет рецепт, или он уже вышел, я пока не знаю как. И сейчас мы будем заниматься, сейчас покажу чем. Чё купил? Картошку, морковку, лук. Почём? Огурцы почём? Огурцы, по-моему, 100... Хлебушек упал, хлебушек упал. 138 или 139. Огурцы? А картошка почём? Картошка, по-моему, 20 рублей. Картошка 20 рублей, ага, доставай. Ну, доставай, дай. Так, сейчас я вам продиктую, ребятки. Картошка, так, лук, значит, 30 рублей 99 копеек. Огурцы 149 рублей 99 копеек. Покажи хоть картошку какая. Ага, ага, хорошая. Так, картошка 23 рубля 99 копеек, хлеб 34 рубля 99 копеек, пакет 7 рублей 99 копеек. А лук покажи. А что еще купил? А, лук, да? Лук, морковь. А морковь? Морковь сейчас скажу. Морковь, ребятки, весовая 22 рубля 99 копеек. Лук хороший? Лук, да. Вон, ниже закрыто. Ага, хорошо, отлично. Ребятки, всем привет! Рома говорит, мам, ты видел, какой снег пошел? Ёшкин-матрёшкин, с Новым годом! Ой, какой валит снеговище, снеговики прям с неба валят! Ух ты, зима, зима, зима! С Новым годом, ребятки! Какой сухой, огромадный снег валит! Холодно как, а там туман, смотри, туман какой, ёкарный бабай! С Новым годом, с новым счастьем!
Доча, ты видела что, да? Да. Ой, вообще какой он, доча. Вот такие. Да, прям лохмотья валят, лохмотья. Ребятки, у нас снег, наконец-таки. Это, наверное, этот Ваня пришел, циклон, да, с Москвы? Ребятки, супер-пуп-пак, неужели Новый год со снежком? Ох ты, ну-ка давай хоть давай. От, ребятки, с Новым годом, с новым счастьем. Ну давай, телефон в обморке от того, что снег, вот он. Ребятки, какая благодать. Ох, снежок, ох, валит какой. Как кусок ваты где-то распотрошили под одеялик, я не знаю, что там, подушку. Вау, как супер. Мы как дикари. Пахнет холодом, холодом, снегом пахнет. Ой, какая красота, ребятки. И у нас снег. Там жрет, сидит вредитель. А я готовлю. Я готовлю на кулинарку. Все, хоры. Скоро. Смотрите, это я на это теркой быстро-быстро же надо было сделать. Вот, сейчас все уберется, сделается. Надо все подготовить, потому что к индукционной плите вот это не пойдет. Пока вы будете здесь жарить, потом там резать, у вас здесь все может погореть. Надо на большом огне, когда обжаривать, надо быстро-быстро все закидывать. Я лучше все подготовлю. Ой, ребятки, Саня, смотрите, какие. Сань, а ты где такие лепешки купил? Обалдеть. Какой? Обалдеть, как патыр. И почем? 50? 60. Нифига себе. Ну, они сдобные, вкусные. Ребятки, всем привет! У нас солнце! У нас такая хорошая погода. И снежок лежит всю ночь. Мел. Смотрите, какая красота, ребятки. И у нас снег. И у нас снег. И солнце. Красотень. Я не знаю, надо... Сань, давай сейчас сгоняем за продуктами и за градусником. Это не дело. Я не знаю, сколько у нас градусов, ребятки. Сейчас сгоняем. Ну, пока мы сгоняем, наверное, уже все растает. Но в любом случае, ребятки, всем привет, всем хорошего солнечного зимнего утра. Погодка супер. Ребятки, всем привет. Всем привет. Смотрите, вот был снег и нет снег. Все, на улице плюс 5. Надо в Леруа Мерлен градусик взять. Я его прикреплю. Подписчики сказали, к решетке, вот окна где есть, решетка металлическая туда. Верочка у нас на вокале. Сегодня воскресенье, тоже у нее занятие. Вот. А мы сейчас за продуктами хотим съездить. Солнышко! Прям. О, уже плюс 4 на 1 градус температура упала. Все тает. Вон лужи. Солнце прям, знаете, ослепляет, ребятки. Видите, я очочи надела, ребятки. Потому что невозможно. Саня, вон, чавыла ромалы. Видите, крутой. Все блестит еще, а утром, оказывается, гололедица была прям. Ну вот, вот такой снег, кстати. Так, ночью красиво было. И все. Я думала, на Новый год будет. Тут все будет в сугробах, ёкарный бабай. А я прогноз смотрю, дальше плюс. Опять плюс пойдет? А что обещали, Ваня, вот этот циклон придет, и он тут все прям наметет. Ну где? Где Ваня? Нету Вани. Вот что такое от Вани. Чуть-чуть совсем. Сейчас все это растает. Сам сумки взял? Угу. Смотрите, здесь елки сами привезли. Это не елки, да? Или что это? Или елки? Что это? Сосна? Смотри, какие, как много. А вот смотри, там прям на месте, да, их, наверное, кирдык. Подставочки под низ, да? А ну-ка я понюхаю, Сань, подожди. Мне же интересно, ребятки. А, это от магазина. Ой, как их много. Где же их так столько нарубили? Это в лесу, что ли? Не пахнет, Сань. Не, не чувствую. А вот когда прислоняюсь туда прям носом, то чувствую. Смотри, снежок был, Сань. С Новым годом, ребятки! Саня! Сань, иди сюда. Саня. Да, Саня, что ты, девочку, что ли, знаете. Саня, на, получай. О, здесь тоже елочку нарядили, видишь? Бери тачку. Саня, мы еще с тобой здесь днем не были, да? Мы только здесь по ночам ходим, ночные птички.
Народу здесь, конечно, сейчас много. Но перед праздниками, да, наверное, все яйца, наверное, да, сами покупают? Смотрите, что дали бесплатно. Девушка стоит, раздает. Я говорю, а я сейчас в магазин зайду. Там не скажут, что я украла. Нет, сказали тут. Нет, для продажи. О, бесплатно. У охранника сейчас спросил, говорю, можно проносить? Он говорит, да. Бесплатно девушка дала майонез. Ой, какие мишки, смотри. Мимимишки. Мишечки какие. Нам только мишки, да? Мишки, да? Ага, пойдем дальше, Сань. Ну, они классные, вот этот вообще классненький рыжик. У нас Вера запала на вот эти что они там, йогурты. Саня, помнишь, мы покупали нан? А? Обалдеть, как вспомнишь, да, вот это ночами не спали, да? Саня, молочко! Тык-тык-тык-тык-тык, бежит, стерилизует, тепленькое делает. Смотри, сколько сейчас оно стоит. 1472, а сейчас скидка 1400. А банка большая, да. Вот у нас только вот этот нан уходил, ребятки. Больше ничего не признавал Рома. Вера уже там дальше пошел на стажен, да, по-моему, что-то в этом духе. Она ела. А Рома только этот нан. Господи, как вспомним мы этот нан. Денег и тяжело с деньгами. И только под музыку, да. Вспомнишь, да, Сань? Тяжело как с деньгами было. Еще этот нан, да, как он вообще, он кончается же ведь, да? Сколько тогда он? 500 рублей стоил? Дорого было, дорого, да. Короче, у нас Вера потеряла шапку. А здесь неплохие шапочки. Смотрите, цена 300 рублей. Давай возьмем одну шапочку. И она такая с подворотом, и растягивается хорошо. И тепленькая возьмем, и недорого, 300 рублей. Давай. И этому взяли Арчи пеленки, ребятки. Да, подстилаем, потому что на ночь надо ставить эти пеленки. Юкарный бабай. По акции вот эта Невея идет 329 рублей 99 копеек. Так 460 с чем-то. Обалденный, нравится очень сильно. Таня, давай не будем делать подарки сладкие много. Какую-нибудь по коробочке возьмем конфет, да? Не будем вот это, да? Потому что всегда остаются и ничего потом не съедается. Какой-нибудь вот такой набор взять, да, вот? Небольшой очень. Да, и все. Или там, или я не знаю, или... Ну, это одна конфетка, да? Ну, что-нибудь придумать, да, Сань? Что-нибудь придумать. Но не набирать вот это, как всегда, слышишь, мешками. Смотри, уронили и пошли дальше. Так, нету, да, здесь этих наших Дед Морозов? Нету. Народу столько много. Посуды, сковородки, ковшики, чашки, кастрюли. Валом. Какая сковорода? Ой, какая она тяжелая, Сань. Сковорода-гриль. Тяжеленная гриль. Да, гриль вон. Ой. Ну, у нас дома там гриль, знаете, какая еще советских времен. Такая, как дашь этой грилью, память потеряешь сразу же. Какие красивенькие. Были бы хрустальные. Возьмем, да? Потому что этот, отличная сковорода. Где она здесь была? Ну, сейчас здесь выберем ее. Так, надо маленькую. На 24 будет шикарно. Сколько она сейчас со скидкой? 2000 была, 4. А у нас вот такая вот блинница, ребятки. Так, ну она будет классно, Сань. Она прям скользкая, хорошая. Короче, мы выбрали вот эту сковороду, потому что у нас блинница такая новая. Ребятки, она просто бесподобная. Это профессиональная сковородка Тефаль. Сейчас на них скидки вообще суперские. 50%. Супер. Нифига себе, смотри, свои ножки, впервые вижу. Ребятки, смотрите, агрокомплекс, почищенный. Что, 80 рублей что, килограмм? В этом светофоре, наверное, рублей 20, да, килограмм? Они не вонючие вот так в вакууме? Там не может быть такое, что они вонючие, их раз так под шумок за это вакуумировали. Что-то не хочу я такое, ребятки. Куры привезли, вот прям забираем отсюда. Не знаю, почем они. Вот свежие 2 килограмма, 32 грамма. Смотри, здесь и 269 рублей. Ого, крылышки, смотри, Саня, какая цена стала. 339, 359. Обалдеть. А это что? Саня, это что? О, господи, как будто кошка. Господи, боже мой, кто это? Тушка утенка. Это утенок разве? Это разве утенок, что ли? Это какой это утенок? Саня, как это утенок? Разве у тебя-то такие бывают с ногами лягушачьими? Ой, мамочка, даже страшно в руках держать. Кто это, ребятки? Какой-то инопланетянин. Так, печеночка. Сделаю на кулинарке салат с печени вкусный. Так, походу только сейчас здесь все привезли. Так. 15-го. Там тоже 15-го.
руки, руки загребучие. Там тоже 15-го. Ну, там какая-то попалась, вон желтая какая-то лежит среди них. Печень какого-то динозавра. Так. Сейчас, ребятки, отключу камеру, надо смотреть. Без карты 115 рублей, с картой 109. Парочку печени. На ютубик начинаем готовить. Баночки, я говорю, маленькие баночки появились. Мне вот эта баночка нужна, еще именно маленькая. Все, проверю, ребятки. Почему они? Банка, так, 500, да, вот она, 100 рублей стоит. А так 263, ребятки. И на банке цены вообще суперские. Я вот большую банку капусту убрала, квашеную. Ой, извините. Терку возьмем, а то у нас терка, все уже там кирдык. Я в этот раз делаю аж вот так все. Сейчас выберем, вот здесь, смотрите, миллиард сексиллион этих терок. Все, выбрали, где по вот это вот прям пожестче, а вот это прям, смотрите, мягкая, не пойдет. Все, берем. Икеевские, да? Угу. А не дерево манго это? Дерево акации. Все, понятно. Привезли доски а-ля икеевские. Не, не надо, Саня. Саня, иди сюда. Сань, смотри, что. Саня. А что с ее чешуей, Саня? А что она такая, Саня? Саня, а что с рыбой? Ой, мамочка. Саня, иди сюда. Саня, а что с ней? А что с ней, Сань? Почистили. Кто ее почистил? Не знаю. Ей же больно, наверное, Сань. Смотри, у нее какой весь этот говнюшник весь на ней. Вот эта тина, Сань. А почти кто это? Это же карп, да, Сань? Карпа здесь не видно. Вот это с картой цена, а без карты вот цены. А где карп? 370 рублей, да, вот этот бедный. Я бы его купила и это бы, чешую нарастила. Наша любимая рубрика «Тухлая рыба», да, Сань? Где это? Пластическая хирургия. Вот она. Рыба, смотрите, какая, ребятки. Смотрите, рыба. Рыба, ребятки. Ну, сегодня вроде бы ничего, да, такая вроде бы. Вроде бы. Мойва. Мелкая-мелкая. 273 рубля. Икра красная. К Новому году. 389 рублей без карты. 95 грамм. Вот. Я в ней вообще не разбираюсь. Тут вон в баночках, в шманочках. 1170 грамм. Ничего не понимаю, ребятки. Вот не понимаем мы в этом. Потому что мы не выросли в этой икре. Это уже Дальний Восток разбирается. А вот это наше. Мы это все понимаем. Еще как все это мы понимаем. Еще как. Саня, ты вчера чеснок не брал? А смотри, он здесь какой мелкий, Сань. 421 рубль килограмм. По карте 400. Смотри, какой мелкий. Там судорога сведет, пока его почистишь. Так, петрушка. О, господи, какая она маленькая здесь. Вся какая-то уже, как будто этот. Хотя только привезли, все свежее. Так, а возьму пучок. Почем она? 35 рублей. Так, укроп со скидкой. Короче, 1150 рублей килограмм укропа, который уже вот желтеет весь. Не, мы такое брать не будем. Так, а здесь что? 50-граммовые и 30-граммовые. Ну-ка, а здесь, может, получше будет пучочек такой взять. Ну, ладно, 50 грамм, 773 рубля 50 грамм. Грибочки, смотри, какие большие, симпатичные, чистенькие. Почем? 229 рублей. Ну, у нас есть еще грибы. Так, а пекинка почем здесь? Господи, как вот такую можно продавать, Сань? Тут уже все. Это разве пекинка какой-то кабачок? Обдирать до кочерыжки, ужас. 70 рублей, не пойдет. Хурма, почем она? 129, была 180. Смотри, какие мандарины, Сань. Меленькие, сладкие, нет, интересно они. Почем они? 300 стоили, смотри, 315, сейчас 259. Смотри, какие красивые, Сань. Но они совсем маленькие, смотри, Сань. Совсем, Саня. Саня, смотри, какой маленький. Атас. Смотри, вот мандарин. И вот, да, мандарин, разница, Сань. Смотри, это мандарин, и это мандарин. А таз, да? Как-то несерьезно. На весах
Так, 37, Сань. Забирай. Короче, я возьму 3 штуки на пробу. Маме, Вере и Роме. Мандарин называется Бэби. Красивые, да? Маленькие такие. Короче, взяла по 2 штуки. 6 штук. 6 штук вот этих милипусечек. Так, сюда там. 165. А, нету, да, тут этого? Так, ой, что ты мне выдаешь? 165. А, так, сейчас, ребятки. Алфавит, L, мандарины. Мандарины 165, бэби, вот они. За 6 штук. Итого. Ну. Ну. Давай. Что-то я не... Итого, за 6 штук вышло 55 рублей 12 копеек. Так, и взяли яблочки Галла. Вот такие они. Здесь, Сань? Так, я еще что-то хотела сейчас. Ягоды. Клубника Старополя. Без карты 526, с карты 379. Сколько там грамм? 200 грамм. Голубика. Обалдеть. 1000 рублей. 400 грамм. Малина. Ясно все. Огурцы. 134 рубля. Смотри, какие. Уже все. Все съежены. Не пойдут. Есть еще вот такие огурцы. За 300 грамм 368 рублей без карты. Вообще атас. Помидоры. 259, 179. Это не килограмм. За полкило. Полкило. 149. Так, томаты бакинские. 400 рублей, а так стоили 473. Такие обычные тепличные 214 рублей. 159 рублей. Вода водой вот это вот идет. Мазик. Ого, сколько здесь мяса. 449 рублей. Свинина. Шея без кости кусок. Вот этот так, сырочки. Почем здесь они? 990 килограмм, 1540, 680, 840 килограмм, 910 рублей. Сейчас выберем что-нибудь. Сыров на самом деле, да? С ума сойти можно будет. Но мы взяли хороший сыр. Какой мы взяли? Верхний Двинский Маздам. Классный он. Вкусный мы уже брали такой. Дырочку весь. Молоко. Бутылочку. Сань, яйца. 229 рублей десяток, по карте 180. Я в шоке, Саня. Я в шоке. Отборная. Аксайская. Впервые такие вижу. Саня, я в шоке. Яйца 229 рублей. Саня. С карты 195, без карты 206. Смотри, значит, смотри как. Без карты 206 рублей десяток, и здесь карта 195, плюс сейчас акция 170. Саня, это нормально, нет? Так, а 3 десятка, желток, С1, 562, а сейчас акция 459. Саня, это нормально вообще? У меня телефон в шоке. Это что такое, блин? Это где, откуда такие цены на яйца, блин? Чтобы отдавать за десяток 200 рублей. Я в шоке. Просто в шоке. И йогуртик один большой с черносливом. Тоже берем. Вот, мне кажется, вот такое взять, да, по коробочке, в пакетик, да, Сань? И куда девать, да, Сань? На Новый год. Или вот такие шоколадки собрать. Да? Вот такие можно. Ну, короче, придумаем. Смотри, вот. 30 рублей 99 копеек. Лепешки. Лепешка с кунжутом на закваске. Смотри, они аж прям горячие, Сань. Давай. Давай возьмем. Давай парочку. Держи. Они сейчас у нас улетят просто. Вкуснее. Серый хлеб есть, это маленький. А мы здесь разве убрали? Да. Вот он, да, наверное? Он? Нет, это не он. Заварной нет, соловый. Так, а какой мы брали? Здесь 94 рубля фермерские булочки. Даже дрожжевое тесто, смотрите, здесь есть. Дрожжевое. Сдобное.
Так, значит, 150 рублей килограмм. И обычная для пирожков 94 рубля килограмм. Лапша домашняя, лагманная, 106 рублей. Сколько здесь у нее вес? Ну, немного, 500 грамм. 500 грамм, 106 рублей. Смотрите, что делается-то. Елочки делаются. Пряники, по-моему, имбирные, да, ребятки? Что творится-то? Вот, смотрите, о, елка какая. Да. Печенье-пряничный домик, 300 рублей вот это вот. Чудо. Здесь вот этот хлеб чесночный, он очень вкусный, Сань. Ну, куда нам столько хлеба? И смотри, какой багет прям хрустящий. С чаем давай возьмем. Угу, почем он? Обалдеть. Багет деревенский 80 рублей. Обалдеть, да? Лучше 3 лепешки добавить, да, 10 рублей взять, Сань? Ну, да. Да. Сырок возьмем такой. Что ты? Посмотрим, сейчас выберем. К Новому году. И салатик есть хороший со шпротами. Короче, вот думаем, какие нам взять. Саня говорит, в советское время Рига делали вкусно шпроты. А сейчас Рига делает нам шпроты? А? Нет. Вот эти вот брали вкусные. Их уже и видно, какие они не крупные. А есть вот такие вот, прям написано. Там крупные, там будет тебе такая рыба-кит. Знаешь, Сань? Вкусные консервы, не знаю, что это. Не знаю. Так, что еще там? От это ладно, сейчас выберем. Цена. Короче, это из салаки. Это вот это шпроты в масле прибалтийские. Они из хамсы, вы представляете? Вот тут из кильки. А тут что? Килька. Тоже килька, да? Здесь. Доброфлот. О, Доброфлот шпроты появились. И почем? Где ты ее увидел, Доброфлот? 114, да? Ну, Доброфлот у них все по уму. Честно говоря, у них очень все вкусное. Надо же. Почем они? 168 без карты. Вот еще со звездочкой, смотри, качество. Да, балтийская килька. Вот эта звездочка, она все, знаешь, погоду портит. Типа вот это настоящая, понимаешь? Вот. Может, это знак специальный такой этой фирмы, я не знаю. Тут дофигища. Вкусные консервы, каких только нету. Короче, я решила взять от Доброфлота. Потом вот такие. Со звездочкой. И вот эти тоже со звездочкой. Все, три штуки берем. Давай. Я в этот раз заказала много горошка и кукурузы. Так что не надо нам. Люди разбирают цены бешеные. Вообще классно, смотрите. Так, литровая. 1000, сейчас 1315 срок годности. Не знаю, я сейчас, ребятки, на нем только жарю. Видите, для жарки, тушения и запекания, вреда для здоровья. Так, срок годности до 25 года, Сань. Нормально. Давай, да, берем. Тут, конечно, их вал. Смотри, еще такие, как прыскалки есть. Дезодорант подмышки. Да, оно именно для жарки, а для салатов вот тут разные. Так, ну все. Сейчас хочу корицу взять. Такие маленькие упаковки. Так, три упаковочки возьму. Корицы. Холодечек же будем делать на Новый год, да? Что она здесь вот одна, одинокая, стоит, блин? А там вон целые, а может не целые. Ну ладно, заберем. Значит, это нас она ждала. Горчица русская. Плавешник делаешь? Давай. Рис возьмем, ребятки, жасмин такой. Есть еще, смотрите, здесь басмати. Тоже на плов. Вот, отлично. Ну, мы возьмем жасмин. Басмати здесь он пропаренный, но с него плов получится тоже очень вкусно, если сделаете правильно зервак. Он будет рассыпчатый. Сейчас здесь Саня встретил ребят, земляков. Но. У них рис. Он говорит, ребята, вы что будете делать, плов? Они говорят, да. А ничего, что он пропаренный. А они говорят, вкусно будет? Да. Мы прибежали сюда, стали искать этот басмати. Нашли, смотрим, одна пачка осталась. Так цена у него тоже не дешевая. 221 рубль пачка. Ну, короче, возьмем вот этот жасмин, с него сделаем. Вот, рис лазер, но я не верю в этот националь, что будет прям рис лазер. Слышишь, Сань? Ну вот, хоть что мне говори. Ты веришь, что это рис лазер? Ну, похож. Но где гарантия? Насколько... Гарантии вообще никакой нет.
что это рис. Вот бальдок вкусный, вкусный. Но опять же, на развес станицы наши брали. Так, рис. Ладно, все, пошли. Соль Илецкая, 29 рублей 39 копеек. Соль всегда. Соль всему голова. Соль надо брать. Надо брать. Что здесь? Три пачки, значит, надо брать. Куда нам складывать, Сань? Только не на вещи. Куда-нибудь. Ну, куда-нибудь. Давай вон туда. Да там, это там, там. Ну, ладно. И бананы взяли. По 94 рубля. Салфеточки. Почем они сейчас? 129 рублей. Возьмем на Новый год. Короче, для раковины нашли вот такое средство. Как оно будет, я не знаю, сколько оно стоит. Так, 189 рублей, да, сейчас акция стоила 263. Взяли еще вот такой коврик в прихожку. Смотри, цветочки какие мягенькие. Сколько они? 469 рублей, так 589. Какие красивые. Да? Интересно, каких только нету. Что я увидела, ребятки? Шла издалека. Ой, какая страшная. Как будто не печенька какая-то. Я не знаю, чебурек какой-то. Не то, да, Сань? Какой-то, да, Сань? Как будто от червяка, да, голова этот? Анкилостома, да, как будто вот? Не-не-не, некрасивее. Так, ребятки взяли вот такие две селедочки. Они уже готовые, чищенные, по 190 рублей. А так они стоили, смотри, Сань, 315 рублей стоило полкило. Так, а сейчас идет по 190, это если по карте. Крабовое мясо обязательно сейчас выберем. Взяла три пачки к Новому году. Всякие специи, но я взяла вот такой орегано. Смотрите, что, ребятки, творится. Французский ресторан, то, что у нас во дворе бесплатно, лазит он везде. Почем она? Обалдеть, 400 рублей, 170 грамм, ребятки. Обалдеть просто. Смотрите, это те улитки, которые у нас бесплатно ползают, ребятки. Что происходит, а? Смотрите, 150 грамм, 400 рублей, ребятки. Кто будет вот это есть, а? Ой-ой-ой-ой-ой, я в шоке. Я в шоке, ребятки. Здесь морское такое все. Креветки, мреветки, кальмары. Так, морской коктейль, мидии, крабовые палочки. Вот так вот как-то. Здесь вот эта холодильная витрина вся идет морская. Морские гады. Смотри, скумбрия сейчас, Сань, по 383, была 474 килограмм. Надо взять. Я ее как засолю, как замариную вкусненько. Она и не мелкая такая. Смотри, какая хорошая, Сань. Слышишь? Очень хорошая. Я ее засолю, Сань. И к Новому году сделаю. Так, давай вот эту бери. Я ее прям сделаю, вкусняшка. Ребятки, ржать будете. Смотрите, у меня пауэрбанк в кармане. Есть изоленты. Ну ничего, батарейка села. Мойва, смотри, Сань, 199 рублей. Если ее... Катюшка мойву солила. Говорит, вкусная. Может, ну она здесь какая-то и эта, Сань. А что возьми? Ну просто она здесь какая-то это подломана, надломана. Какая-то нет. Нет, Саня, не пойдет. Была бы покрупнее, а то смотри, какие-то червяки. Но скумбрия здесь отличная. Так, что еще здесь вкусненькое есть? Бери еще одну скумбрию. Бери, бери, бери. Она кушать не просит, в морозилку положим. Пикша, обалдеть, пикша. 900 рублей по акции. Так, крылышки, смотрите, цена какая сейчас хорошая. Так, куриное крыло, да? А какого они года рождения? Очень она какое-то красное, побитое, с синяком. Оно только сейчас завезли сюда, всю эту витрину, она вся свежачная. Так, давай возьмем тут до 15-го. Подожди, изготовлено 15 декабря. В морозилку берем, ничего не будем. Сань, бери вот отсюда раз. Так, та еще. И еще я возьму, потому что она кушать не просит, и берем в морозилку. Мясо мы с тобой не покупали. Так, где еще там? Так, вот тоже. Да, держи. Забираем. Мы взяли два этих. Что там, карбонат, да, Сань? По 300, сколько, 79 рублей?
Подожди. Нет, 429. 429 по карте. Так, 703 рубля. А это тоже. Так, срочно семена кунжута надо, срочно. Я сейчас такую... Это кунжут? Это, не... это много, Сань, потому что потом он этот, знаешь, он... Запах у него прелый становится. У него, наверное, тут и так уже на подходе. Так, дата изготовления 12-го. Почему? 129, в принципе, нормальная цена. Приправа для шашлыка, приправа для морепродуктов, приправа для курицы. Смотри, вообще 100 рублей стоит. У меня вот такие, знаете, вот такие смеси я не беру, где готовое все. Так, для шашлыка петрушка сушеная, паприка молотая, хмели сунели, приправа для плова, для мяса острая. Ребятки, еще надо мне гвоздику сделать, говорю, взять. Ее много не нужно. Я потом с рыбы ее сделаю. Наверное, возьмем вот этот кунжут. Крахмал кукурузный еще тоже возьму. Короче, мы набрали продуктов. Думаю, это нам надолго хватит. Ой, какие хорошенькие. Маленькие такие. Хорошенькие. Мама такие. Маленькая. Маленькие. Ребятки, уже потемнело. Нифига себе, мы с тобой прогулялись. А? Обалдеть просто. Все, домой едем. Тут ехать 10 минут близко от нас. О, плюс один показывает машина. Все, зима, ребятки. У них хухры-мухры.